have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Это Бигфут, это Арсенал. Мы выдвигаемся на карту. Ты в красной привет, команде? Привет, Вендиго, да, я в красной команде, потому что красный самый лучший. Йоу, тут что-то новое. Все это знают. Короче, Арсенал стал продвигаться вообще семимильными шагами. Тут творится полнейший беспредел. А у них... Еще у меня вопрос, почему в летний ивент вы не Нет! Нет! Тебя должно было взорвать, блин! Ах ты мелкая зараза, ладно. Так, тут уже наш спаун. Короче, ребятки, сейчас ивент заключается, блин. О, тут скейты стали продавать в переходе. Прикольно, я этого раньше не видел. До свидания. Их было двое сзади, и это... Вот, в общем, кроме того, что появились опять тонны новых карт, тонны новых оружий, и... Есть, наконец-то. Вот, появляются новые ивенты на выходные, новые ивенты просто так. В общем, есть чем заняться постоянно. Сейчас, например, ивент на жуткие скины. Тут есть Виндиган, Демон... Виндиго. Ну, Виндиго, Виндиган, да. Это как веган, только хуже. То есть... Веган? Есть, ну, вегетарианцы, веганы. Веган. Ай, блин, это ты меня хэдшот? Фига себе. Ладно. Так, мне надо убить... Почему у меня есть рукава? У тебя есть рукава? Я не знаю. Я играю за снежного человека, у меня есть рукава. Откуда у меня рукава у снежного человека? А, ну тебя так пугать-то. Он уже мёртв. Не бойся, он все равно уже грязный. О! Блин, мне надо этот килл-эффект поменять. Я что-то забыл, какой у меня. Нет, не разбивайся, хорошо. Какого фига мне вот такой сюда? Я тупо к чуваку со спины зашел. Там парень на здании. Я рад за него! Аптечку! Медик! Я сейчас буду вот просто пытаться залезть на такое здание. На блин, ружье Генри! Сейчас! Спасибо! О, я люблю ружье Генри, это классная штука, потому что оно дает тебе 2 метра жёлтого. Угу. Сейчас я кого-то из него... А, ну я уже из него а никого не убил. Это было так быстро. А? Это было очень быстро. Ну, да. Блин, я 9 каких-то жалких 9 киллов сделал. Кстати, да, ребят, если что, изменился еще и интерфейс. Ну, блин, стандарт. О, Royal Gun, давай Royal Gun сходим. Да. Да, на 2 команды. Изменился интерфейс, изменилось, ну, как бы подобавляли они таких новых оружий, совсем новых оружий. Я даже так сходу, наверное, не могу ничего сказать, сейчас они у нас будут в руках появляться, я буду рассказывать. Это было, этого не было? Ну, тут очень классное убийство. Поддается его на грязи. О, как я только что в него промазал? Это что сейчас было? Я его уже и получил, но я его так и получил. Чё ты на меня с ножом кинулся-то? Пришибленный. Да потому что он хочет меня не получить. Я думаю, что онлайн это офигеть легко сделать. Нет! У меня следующий экран красный. Я думал, я умру один раз, и все пройдет. Мне нужно с собачкой с тобой, как классно. Блин, у меня опять это, ружье Генри или что? Или... Да, у меня опять пушка Генри, ну чтоб тебя. Йо, я думал, это игра как шутер, не как стример. Это... Да-да-да-да-да, здесь можно... Фух. Повезло. Ох-ох-ох-ох, это был просто шикарнейший хедшот, блин. А-а-а, я просто офигеть сейчас. Уберите этот красный глаз.
Вот это, например, вот этого не было. Я без понятия, из чего я стреляю и почему у меня такой урон, блин. А, ну, 70 урона. Ну, чё? О, ППшка, кстати. Ну, это P90, который, я не помню, с последнего раза, когда мы с вами играли, он здесь был или не был. Ну, короче, он крайне крут. Ну, как бы, P90 во всех играх, он крайне крут. И здесь тоже. То есть, просто направляешь в сторону человека и убиваешь его. Блин, я так и думал, что сзади, кстати. А у меня было ощущение. Блин. Так он неудачник на меня. О, мне двоих засчитали, хорошо. Тренч ган. Поехали. Давай, 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 убей, да, я их. О, вот. О, мне 3 килла засчитали, красиво. Бар. Мне только 2 килла засчитали. Бар-бар-бар-бар-бар-бар. Нет! Блин, я одного чувака убил, одного... Привет, не выходи сюда. Офигеть, сколько их здесь, блин, как тараканов, вышел их там 4 человека. Я вижу, их 6. Нет, 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 меня выкинуло. По-моему, двое напрыгнули. Стоп тебя. Есть! Я чувака это ваншотнул из арбалета. Очень удачно. М9? Серьезно? У них у всех там пулемет, и тот все это. У меня М9? У меня генерал. О, бокстап, бокстап! А, вот, все. Мне не нравятся скримеры. Блин, было бы неплохо попасть еще в кого-то, офигеть! Да попасть, говорю, было бы неплохо! Да уморите, вы уже достали вы здесь! Вы как тараканы, понабежали, блин, и еще не умираете, потому что у вас не здесь. Ох ты ж, ё! Ну, 4-е место. Вот этот гранатомет, честно, очень не нравится. А я люблю этот гранатомет, у меня можно джампить, ты себя разряжаешься. Блин, я чувака выкинул из себя тоже, ну из этого же гранатомета, и он ко мне получается... Не, вот-вот я сейчас должен был их троих накрыть из этой штуки, ты серьезно? Он просто, я говорю, отвратительная пушка. Я фиганул в толпу и ничего не случилось просто. Я не понимаю, сколько это сильнее пользоваться. А-а-а! Серьезно, бегут 3 человека, ты в них кидаешь гранату, но они, никто из них не умирает, они даже не замечают тебя, они просто проходят мимо, очень круто. Пойдем на билд. И Confusion Money. Они на 2 команды. Пять человек за Confusion Money, кстати. И стандарт 5 человек. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а, кстати, в эффект убийства... А, не, ну да, эффект убийства у меня нет, нормальный. Confusion. Стандарт, confusion, да. Это самый лучший режим, который есть в арсенале. Да блин, я выстрелил. Чувака 100-500 миллионов, триллионов пуль. И этот чувак не может. Я не люблю это Аптечка, блин, возьмись. Спасибо. Спасибо за смерть, бро. Я уже на 4-м месте. А это как сейчас было? Ты, блин, Нео фигов. Ладно, мне засчитали это убийство, и то хорошо. Ты что, на итальянском заговорил? Ай, блин. Да, красиво, мне это тоже засчитали. Лай, лай. Что это было? Мне это не нравится. Я не люблю скримеры в шутерах. Это... Ты играешь в шутеры? Это сосредоточен на чем? Ты этот скример, баба. На! Не... Да, у всех тут, короче, автоматические винтовки, то все, то я такой... Третий раз подряд мне винтовку Генри кидают, блин. Смог сделать скилл. Это автомат. Калибри. Калибри вас тут всех сейчас.
Их двое, да блин! Да чем он в меня кинул? Это что, была взрывная рыба, что ли? Где эти тупые синие? Я не люблю синий цвет. Венерация. Да добей вот этого! Есть! Засчитали. Мне надо было от калибри избавиться, потому что, ну блин, не знаю, эта пушка не... Не, она в принципе хорошая, но не здесь. Она хорошая, но не для этого... Что это было? Как я убил? Кого я убил? Каким образом? Ой-ой-ой-ой, пулемет мне не нравится, я не люблю пулемет. Да как из этого стрелять? Не, кстати, вот эта штука, она была, просто она очень нескорострельная, если чё. И... Да блин, да ты убивай мне, пожалуйста. Прям спасибо, боль. Я избавился от калибри. Так, М16. Да иди ты нафиг, я вообще не с тобой разговаривал. Выбегает такой... О, да, это бананомет, короче, этого не было, это новое. Меня в прошлый раз или этим убили, или что-то такое. Да, короче, ты берешь такое и стреляешь чувака бананами, наносит 200 урона. Просто не спрашивай, почему, стреляй бананами. Блин, знаешь, мне нравится банана-пушка. Она уже была у тебя? Нет, я ее впервые вижу. Она сейчас у тебя? Нет, я уже убил с банана-пушки другого чувака. Круто. И сейчас я хожу с МП-9. Неплохо. Нет! Блин, вот это я неудачно попал. Я мог чувака убить, но... Она не убьет. Давай, 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 зато мне там убил чувака, и мне выпало какого-то фига... Масленка! Ну, масленка хорошая. Пушка! Она очень много урона наносит, целых 206. Кто? Масленка, ну это хороший автомат. Ну то есть у меня только что был не автомат, а какая-то штука. Я уже забыл ее название, слишком тяжело. Нет! Вебли! Вебли! Чертов вебли! Я тут ругаюсь на винтовку Генри, и мне дают вебли! О, блин, ладно, окей. Yeah! Просто что доминируем это? На карте. Гроза! Давай вот сам. Красный, Стрик 7! Моя самый нелюбимый револьвер, но при этом очень хорошая пушка. Стрик 7! Это вообще сейчас законно было? Я делаю больше стрик! Стрик 9. Только не умирай, Стрик 10. Убирай, 11. Нет. Сзади, блин, сзади меня чувак убил. Стрик 11. Я просто сейчас чувствую себя... Ой, откуда? Что это было? Мне не нравится, сэр. Блин, у меня был золотой пистолет, и в нем было два патрона, и они закончились. Твою за ногу. Ну, либо сделай так, чтобы тебя кто-то убил, либо сделай так, чтобы тебя кто-то убил. На, меня и так убивает. Нормально. У чувака уже золотой нож, судя по количеству убийств. Да, у него золотой нож. Так что следи за мной. У меня тоже золотой нож, здравствуйте. Добрый день. Я из компании Арифлейм. Ай, блин, меня убили! Я второе место. Хорошо, ладно, годится. Годится. Это была крутая катка. 11 стрик. Какого фига девочка, у которой снимали с 14 уровня на 47 килл на третьем месте? А почему я на пятом? Мне немножко не нравится, что голосование за карту происходить стало теперь. То есть, ну... Теперь можно спокойно... попить. Блин, это была крутейшая катка. Давно не было уже так прикольно. У меня есть 845 монет. И я могу купить очень классное убийство. Или же я могу купить ящик с рукопашным оружием. А попадать не будем, блин, это...
Это сейчас было немножечко... Я купил себе новый... Ай, он был у меня... Что купил? Я купил себе новый убийство, очень классный, походу. Круто. Я хочу посмотреть, как он будет. Если мы стоило. Это что, игломет сейчас был или что? Блин, да возьми ты аптечку. Так, я хочу проверить все мои убийства. До свидания. Давай умри, его нет. До свидания. Мне нужно сделать... Я подумал такой, знаешь, я наношу чуваку 112 урона, и он продолжает на меня бежать, потом бах, его чуть-чуть проглючило, и он улетел. Я такой я подумал... Просто отбираю скиллы, я не могу посмотреть нормально на мои убийства. Просто убивай людей. Понимаешь, я не встречаю людей, которых я могу убить, что прикольно, да. Из петушка... Воу-воу-воу! Блин, он был прям рядом со мной. Видишь людей, которые как будто бы ерорки, да? Да. Которые щипят так. Это моё убийство. А, серьезно? Да. У меня, по-моему, такое есть. Надо будет посмотреть. Это прикольно, мне он тоже очень нравится. Да что меня колбасит так, ё-моё, никак не дают подойти. Давай, у чувака уже 20 киллов. Ты вообще как? Ты вообще кто? А, почти, до свидания. О, бизон. У меня... Это по мне стреляли вообще, да? Ай, блин, это по мне стреляли. Такие цинь-цинь-цинь-цинь. Меня только что убили. Да ёпер СТ, а как я должен за эти штуки убивать по-вашему? Ладно, давайте смотреть. Я только что мог бы сделать кучу артистов, дробовика, и всех бы поубивали, и все было хорошо. По-моему, моя идея почти сработала. Неплохо. Если меня еще и прикрыли. Ай-яй-яй, я чувствовал, что там сзади уже подгорает, блин. И уже начал бежать, и меня убили, обидно. Да. Что так быстро? Второе место, потому а что, потому что второе место, дядя. Кухня. Да нафиг нужна кухня. О, Виндиган, привет. Блин, учитывая, что вот этот чувак яйцеголовый, он офигеть как круто играет, что он сейчас занимает первое место, я умудряюсь занимать второе место за ним уже, вторую катку подряд. Прикольно, прикольно. Оу, бейсбол ланчер. Я поехали. Не люблю эту карту. О, я в него попал. И в этого попал, прикинь. Как так-то? Давай, как давай, так-то? Давай. Блин, чувака бомбануло сейчас, прости, пожалуйста, наверное. До свидания. У кого бомбануло? Да, он такой бежал, и я его такой сбоку. До свидания. Бэм. Бэм, пузл. Так. Я хочу, чтобы у меня было убийство, при убийстве которого происходит такой звук. Бэм. 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 Есть! Огнемет! Ганс! Ганс тащи огнемет! Офигеть, огнемета раньше не было, я такого не помню. Он тут сейчас есть, он существует. Офигеть, это новая пушка, это прям... Мне нужно выстрелить с классной штуки. Я поджарил чувака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какой сейчас был красивый хедшот просто! Да, это же как огнемет. Так, W+1, пальцы моего классного комбината.
Где они? Я не знаю, где они. Ай-яй-яй-яй! Блин, это я нарвался, конечно, некрасиво. Как у тебя 12 жизней? Ты чё? Нормально, ещё нормально. Еще один квест, мне так, гвоздомёт. Глаздомёт. Убейте этого парня, убейте. Да, спасибо за это. Так, у меня один. Сдохнуть, блин, не хочешь там, например? Не знаю. Не хочу. Я не тебе. Ну ладно. О, спасибо. У, я вижу, кажется, кое-кто. Давай, заходим сюда. Да блин, мне только что отобрали бокса. Кто меня там так жарит? Вы чё? Ай, блин, сверху! Спасибо за подсказку. Не сверху. До свидания. Я знаю, что один возле мусорных баков. Кто-то второй я убил, когда его за стеной прятал. Нет, блин, я много пуль в стоп выпустил. В смысле я третье место? Вы не офигели? Да блин, говори уже! Ай-яй-яй-яй-яй! Подохнет. Меня уже подзадолбал. Это что, он изменки меня так грохнул? Да блин, почему ты не подыхаешь? А, спасибо. Так, короче, официально заявляю, с Драгунова попасть во что-либо крайне проблематично. Фух, так, G11. Оу, хедшотец. Не пускают меня на второе место? Сверху один, сверху один, сверху один. Я уже понял. Есть. У меня нету гранат. Проходит бой. Возле домика, кажется, будут появляться какие-то. Так, что это? Тавор? Откуда здесь тавор взялся? Блин, этой пушки тоже раньше не было. Она была. А? Просто не помнишь. Ты ей в прошлом раунде пользовался. Возможно, я просто настолько быстро ей отстрелялся, что я... Убейте этого парня, убейте, пожалуйста. Блин, у него уже нож. Как-то быстро. Мне с таким не нравится быстро. Есть, до свидания. Меня не пустят на второе место. Блин, это печаль. Это печаль! Мне придется сидеть на третьем. Ладно. Еще чуть-чуть, я бы убил парня. Ладно, ребят. Зато я на четвертом месте. Да. Это была хорошая каточка. Спасибо, что были с нами. Увидимся, ребятушки, в бесконечных мирах Роблокса в других сериях. А на сегодня это все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.